Так, ребяточки, появился у нас такой турнирчик, ну чисто так пожать. Турнирчик называется короче, No KO. Это то есть самые эти безбашенные эти турниры. Просто ужас, какие турниры. И в общем-то, что мы здесь можем попробовать сделать? Ну, вот такой набор. То есть мы его 99% что не выполним. Ну, так, попытаться посмотреть, короче, хотя бы одну попыточку можно сделать. То есть на высоком уровне, когда уже динозавры идут такого плана. Если у тебя нет динозавра, который вынесет все за один раз. Он подменился. Понимаете, и если бы я хотя бы этого еще мог вынести за один удар. Вот пока мало баллов еще мы можем тут воевать. А, да, сейчас будет 2 балла. Он опять сменился. Блин. А, не прошло. 2 удара прошло. Так, это у меня за два там. О, 4. Он меня убивает, и атакует. Не атаковал. Три в защиту. Это очень хорошо. О, у него 5. Так, теперь у него 4. Раз, два, три. Раз, два. Блин, представляете себе? Ах, а было близко, было близко. Пробуем. По классике атакуем. Он просто сменится. Альту. Он один переносит, один ставит защиту. Чуть-чуть не хватает. Так было бы вообще хорошо. Упс. Хотя нет, нормально. Перестарался, да. Лишний балл потратил. Здесь очень важно не тратить лишнего, как говорится. 5. 5. Один балл. У него 7. 8. Атакует на 7. Атаковал на 7. То есть мне нужно делать раз. Три. И 2. Но я слетаю. Думаю, 4 балла он меня атакует. Два балла я не выдерживаю, и он по-любому атакует. Может, наш шанс? Yes! 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 Просто мне в защиту ставить не было чего. И переключаться тоже не было шансов. Он бы все равно мог бы пробить мою защиту. И это да, это золотой набор, ребята.
Ихтиостига. Ху. Круто у нас получилось. Круто. Так, а что у нас здесь? Здесь бы нам летунов бы два. Ну, летунов двух нету. Возьмем летуна. Две амфибии. Птичка. Да, за два удара его убиваю, то есть это не трата. Атаковать на один в данном случае это то, что нужно. Так. Ах, я уже переживаю, думаю, а сейчас подминится, наверное, минуса меня убьет. Нет, это же не ноу, KO. Можно здесь разгуляться. Три. Три, недостаточно. Да, то сам Фидия, он странно, почему не переключается на Индоминуса. Ну, 4 уже убивает, я думаю. Ну, я там за один удар его убью, хотя мне за два. Один! 570 их тяга, ты крутая. Такой вот супер редкий наборчик. Вообще как золотая карточка. Легендарная, там супер редкая. Три. Да, не должно быть достаточно. Спокойной ночи, Доминус. Это был крутой бой. Почти 16 тысяч баксов у нас. И Wallace Raptor. О, нам еще дали карточку. И вот такие у нас были дела, ребятка. Так что поставим палец вверх. Так, ребятки, давайте буду понемножку записывать наши дуэльки. Так, нахожусь я на 98 месте. Там вверху не хочу смотреть даже. То есть там вверху реально какие-то читеры злые вообще. Не просто читеры, это надо просто по-зверски задротить, чтобы столько наиграть. То есть в день можно там пару, там 200 баллов может наиграть. А у этих чуваков они играют в день не по 200 баллов, а по 1000. Сколько прошло там? 2 дня турнира? Вот как можно за 2 дня 7000 баллов насобирать? Это в 30 раз больше динозавров нужно иметь крутых, чем у меня? Или не знаю, или просто немерено количество долларов за все платить? Ну, сегодня не об этом. Давайте проведем 2 боя. Не знаю, в какую нарезочку попадет эта серия, так что просто один из боев. И так, ну, вполне себе нормальный бой. Так, накапливаем. Так, если он убьет моего птеродона. Так, у него 5 баллов. Так, 3. Ну, пусть будет 4. Ах, гад. Ну ничего, я его покосил, он потратил баллы, у него осталось немного, будет атаковать. По идее на 6. По идее на 6.
на все баллы, то есть мне нужно его дважды отдавать и тут три туда. Так, сейчас мне нужно вынести этого бегоныша. Если он атакует, будет все проще. Молодец. Так, два балла. Два балла осталось. И козла. Раз, два. Убил. Раз, два. Добавил. И два перенес. Амонгар. Хитрый. Тоже баллы перенес. Но это его не спасет, потому что ему нужно атаковать хищника, а на это нужно много баллов. 5 минимум. Даже 6. И он остался полностью открытым. Что не есть хорошо для него. И это победа. Ху, я даже поднялся. Так, о, может еще подымусь. Так, я, честно говоря, сейчас за карточкой особо не охочусь, не считаю пока что. Но рядом я уже попадал. Чисто так. Сейчас тогина. Хотя выгоднее было бы взять тот набор. Прум-пум-пум-пум-пум-пум. А ну да, сейчас еще попробую сразиться с другим наборчиком, более слабым. Так, у него две амфибии. Ну, в принципе, вполне. Я вынесу легко. Я вынесу. И он меня не убивает за следующий удар. Ему нужно бить минимум 2. А вообще-то... Конечно, много, но он бьет всего лишь 2. 2 у него остается. Раз, два, раз, два. Рискуем. Гад. Вот гад. Так, а я не помню, сколько у него было. Да. У него был один балл. Если он меня сейчас атакует, мы победим. Он, скорее всего, атакует, потому что прошлая его атака прошла. И он думает, что сейчас все будет сладко. И атакует на все. Ха-ха-ха. А не тут-то было. Прощай. Подловили. Тут, видите, да, у него было две амфибии. Было преимущество. Преимущество было 2-1. И мы это сделали. Так. Давайте попробуем уже. Попробую попасть впервые рядышком. Засечем после раптора. Рано. Надо что-то перед раптором отпускать. Золотая. Вот где-то после золотой сейчас нужно посчитать. 2 секунды на остановку рулетки. Вот в этом весь секрет. 225. Нужно найти что-то, что находится на 2 секунды раньше, чем наша карточка. В данном случае это золотая карточка. Эх, ну я немножко поспешил. Я пока говорил,
Ну, как видите, и топ попал почти рядом. А если бы не спешил, может быть, и попал бы. Ну, конечно, я сомневаюсь. Так, так, так. Сомневаюсь, что там как-то все чисто. Столько раз, сколько я попадал в прошлом турнире, мне кажется, они не дают выиграть нам карточку эту. Эх, жалко. Ну, мне так просто тоже подходит. В принципе. Но сейчас он поставит 2 балла в защиту. Либо атакует, атаковал на 3. Ну, лучше бы не атаковал, честно говоря. Для меня лучше. Сейчас нужно будет подменить, если он не будет атаковать, я подменюсь. Атакует на 1. Я за 3 его убил, еще раз 2 и 1 переношу. Как раз. И что? 5. Не атаковал. Ну и зря. Семь. Такой на 6. Это, ну это бессмысленно, если он знает, что у меня идет хищник. Он полностью открыт, ну, кроме 1 балла. Давай. Острый фрик. Острый фрик. Тоже круто вышел. Родственник спинозавра. Так, не похож. Нет, там у нас есть Иритатор. Точно родственник. Иритатор — это тот, что сейчас называется раздражитель. Нифига себе, 95 место. Бьем рекорды. Так, после золотой карточки засекаем. Двести двадцать пять. 2 секунды после того, как мы не нажали на экран, а как отпустили палец. Ну, вы поняли, ребята. Весь мой траур. Я уже привык, честно говоря. Я особо не надеюсь на то, что я выиграю. Потому что это нереально. Так, ну, по-моему, уже следующий набор, это уже совсем нереально победить. Пром-пом-пом. Ну что? Честно, если попадет что-то такое нереальное. Хотя нету амфибий, знаете? Нет ни одной амфибии. Но много жизней. Много. Один. На 3.
Мне нужно меняться. Нужно меняться. Ну вот там по нулям, конечно. Да мне тут, наверное, анкилодок. Анкилодок, да? Да, гибрид. Анкилодок сможет вынести за 4 удара. Легко. За 3 выносит. В принципе, он сейчас может атаковать. На 4. Ну, все. Ну, ладно. Атаковал на все 4. Раз, два, три, четыре и один. Ну, шанс у нас остается такой. Уже не остается. Он перенес. Или я лишний балл потратил. Нет, смотрите. Пару баллов не хватило, ребята. Пару баллов не хватило. Но, возможно, я лишний балл атаковал. Да, я неправильно не посчитал. Лишний балл атаковал. Я, наверное, за 3 его могу убить, а атаковал на 4. Ну, ладно, фиг с ним, ребятки. На этом заканчиваем. И вот такой вот тут у нас есть бой. Это у нас схватка бесконечная. И сложно пройти мимо такого набора. Очень крутецкие здесь динозавры. И кого же бы нам сюда выбрать-то? Так, чтобы он не подменился, допустим, интересно, травоядного взять. Хотя, честно говоря, и смысла брать его особо нет. Давайте попробуем взять классический контрнабор. Правда, все мои динозаврики уступают. А птеранодон в 2 раза уступает по здоровью. Если бы у меня был тут, не дай бог, индоминус 30 уровня, я вообще не знаю, что бы здесь было. Сейчас подменится. Ну, нормально. Так, в следующий раз надо поставить защиту, наверное, много. Так, он хотя может атаковать. Атакует на все 6. Так. Так, 1, 2, 3. Индоминус нас атаковать не будет, понятное дело. Раз, два, три, четыре. Допустим, раз, два, три. Так, хотя у него сейчас будет много баллов. 7 баллов и 3 меня не спасут. То есть спасли. Итого, победа у нас в кармане. Пять баллов в защиту. Теперь у него 4. И он ничего не сделал. Давайте слабым вынесем сильного. 7 ударов. И этого должно хватить. Круто, круто, круто. И еще и диплодока. Он нам пригодится. Мы будем делать диплокаулиса. Анкилодока, точнее. Нет, это уже... Уровень пройден. О, почти. Мне еще одну дали. Такой же самый. Ну, прикольно, 2 набора нам дали.
И у нас, да, завтра будет еще одна схваточка. И смотрите, что я заметил. У меня в бесконечном режиме появился супер редкий набор, и я думаю, нам нужно его, конечно, как-то получить. Так, и как бы это нам сделать? Так, нужен вот так. Давайте вот так, вот так. И вот так возьмем древнюю ихтиостегу. Понеслась. И мой первый ход. Оу, почти убил. Меняйся, давай, давай. Я тоже это сделаю. О, так я что же могу упустить его? Нам везет. Ну, правда, он не почувствовал этого. А он меня убивает сейчас. Атакует на 2 из 3. На 2 из 3 он атаковал. Еее! Там с копеечками хватило. Круто, 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 круто. А вот сейчас не очень круто. Он меня на 3 атакует и выносит. А я на 4 его вынесу. Да, я его вынесу даже на 3. Раз, два, три. Хорошая, хорошая битва. Ну что, вешайся, унайзава. Хаю к тебе. 1 балла достаточно. Это супер редкий набор. Сейчас навалит всякого, надеюсь. Так, 100 генов нам дали. И, собственно говоря, набор. 250 бакинских. Очень даже кстати. И спинозаврик. О, еще наборчик нам дают. Еще баксы. И пеликами. У меня пеликамимо в этих, как не знаю чего уже. У меня их там 20, наверное. Ну-ну.